В завершении выпуска. В Нарьян-Маре студенты разработали дизайн памяток Росгвардии для распространения среди жителей округа. Социальный проект стал частью комплексной программы по правовому просвещению населения, которую проводит окружное управление Росгвардии. Необычный зачет успешно сдали студенты Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа имени Ивана Выучейского. Будущие дизайнеры приняли участие в социальном проекте Росгвардии «Правовая грамотность». Волонтеры разработали 16 вариантов дизайна памяток, которые в доступной форме разъясняют права и обязанности граждан в сфере, относящейся к компетенции войск Национальной гвардии. Как вы принимаете участие в этой акции? Почему? Так, мы из управления Росгвардии получили заказ на разработку дизайна макета материалов о обращении с оружием правильным, да? И мы рассмотрели этот вопрос на планерке, как можно помочь и как можно сделать это социальным проектом. И подключили к решению вопроса 315-ю группу, это наши студенты-дизайнеры. Вот, и в течение 2 недель студенты разрабатывали дизайн-макеты, и скоро у них будет защита. Скажите, впервые, наверное, за такие проекты берутся ваши студенты? Ну, за социальные проекты разные брались студенты, выполняли мы в школе-интернат, в других местах. Но вот этот проект, наверное, связанный с компьютерной графикой, такой проект впервые. Работы молодых дизайнеров иллюстрируют меры безопасности при обращении с оружием, информируют о необходимости своевременного продления разрешений на его хранение и ношение. Из памяток можно узнать о скидке 30% при оплате госпошлины через интернет и возможности добровольной сдачи оружия за вознаграждение без судимости и других негативных последствий. Ну, сначала мы разрабатывали эскизы на бумаге карандашом, конечно же. Это правило дизайнеров и вообще общее правило для всех художников и творческих профессий. Вот. Затем мы приступили к рисованию уже в компьютерной программе. Компьютерная программа Corel Draw. Это программа векторная для плакатов и афиш, объявлений всяких. Вот. И потом приступили к работе. Ну, нарисовали эскизы и потом уже согласовали с Сергеем Владимировичем наши эскизы. Как давно ребята занимаются именно дизайном? Был ли у них раньше опыт работы в этой программе? Ну, ребята занимаются уже 2-й год, вот, уже по этой программе. И опыт был. На 2-м курсе у них была такая дисциплина, как информационные технологии. И вот на этой дисциплине мы изучали Corel Draw. Вопрос повышения уровня правосознания владельцев оружия обсуждался в Нарьян-Маре на семинаре для семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Поэтому разработанные студентами памятки уже в скором времени поступят в печать. Распространять их планируют среди жителей округа, в том числе в отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях. Для этого организаторы намерены привлекать молодежь, общественные организации и сельсоветы. Иван Никонов, Александр Бобрикович, Сергей Шарун, телеканал «Север».